Во второй день прошла панельная сессия УМНОЦ как инструмент развития вузов и предприятий, комплексная научно-техническая программа «Новый вектор развития региона». В рамках встречи исполняющий обязанности ректора ЮРГУ Александр Вагнер рассказал о разработках вуза в составе Уральского НОЦ. Так, у университета три проекта основного портфеля, три перспективных проекта, семь технологических и одна молодежная лаборатория. Свои проекты представили и другие участники центра. Во время встречи поговорили о задачах научного центра и органах власти в области финансовой, административной и образовательной поддержки. На мой взгляд, те обсуждения, которые идут, показывают, что сам НОЦ, научно-образовательный центр, стал весьма неплохой формой для того, чтобы взаимодействие, которое и так раньше было между предприятиями, академическими институтами, вузами, оно и так было. Но НОЦ позволил в большей степени это усилить, благодаря, опять же, там, финансовой, образовательной поддержке. Ну и кроме того, поскольку предприятия и вузы вошли в НОЦ с проектами, это же тоже определенная ответственность. Взяли на себя ответственность, и теперь уже, ну скажем так, вероятность отнесения проектов на более длительный срок или изменения параметров проектов, она снизилась. Поэтому вот то, что мы сегодня услышали, на мой взгляд, показывает, что НОЦ вполне эффективный инструмент. Более того, эту же оценку дают как предприятия, так и академические институты и вузы. Также в рамках сессии наградили сотрудников университета, которые активно принимают участие в деятельности Уральского межрегионального центра мирового уровня.